Эта история, конечно же, о любви. Большой, чистой и сильной. Роберт серьезно влюблен. В первый раз в своей жизни. И он уже готов сказать ей о своих чувствах. Однако для Моники Роберт далеко не первый мужчина, от которого она слышала любовные признания. Иногда любви становится слишком много. Том Шиллинг и Марушка Детмарс в молодежной комедии для всех запутались в любви.